Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Югорск посетил важные строительные объекты, в том числе те, где работы по разным причинам затягиваются. К примеру, реконструкцию терапевтического отделения городской больницы, временно исполняющий обязанности губернатора Югры, взял на особый контроль и поручил профильному департаменту помочь с прохождением экспертизы. По проекту здание увеличится на 700 квадратных метров. Там появятся дополнительные помещения и будут заменены инженерные сети. Примерно такой же объем работ необходимо проделать и в Югорском политехническом колледже. После реконструкции он сможет принять гораздо больше студентов. Руслан Кухарук по просьбе жителей обратил внимание на объекты дорожно-транспортной сети. Он побывал на проблемном участке трассы, которая связывает Югру и Свердловскую область. Там идет замена асфальтового покрытия. Подрядчик обещает завершить работу в указанный срок – в октябре следующего года. Это при том, что необходимо было дополнительно скорректировать проектную документацию.